So good morning, everyone. Today we're going to talk about the color science. Какие-то вещи вы, возможно, уже слышали, какие-то для вас будут новыми. Probably something you have already heard, some things might be new for you. Ну, да, начнем мы с такого вот высказывания, с таких двух тезисов Леонардо да Винчи. So let's start with two phrases of Leonardo da Vinci. So, as Leonardo da Vinci said, that the colors of the objects which are lit by color nearly never appear as the proper color of these objects. Да, и второй вот такой тезис. Значит, такой опыт он делал. Говорил, если мы возьмем белую бумажку, там белую полоску бумаги, и поместим ее в темное место, и направим на нее свет из трех источников, там от солнца, от огня. Кусочек белой бумаги и поместим ее в три разных, направим на нее свет из трех разных источников. Another thing he said that if we take a white piece of paper and we put it in the dark place and we would add three different light sources onto it. То есть это будет такой солнечный свет. So there would be the sunlight. Допустим, свет от огня, там от искусственного источника света. Color from the artificial, maybe from fire. Ну и, допустим, какой-то рассеянный свет. Or some saturated light. То этот кусочек бумаги будет, кажется, что он трехцветный, то есть разного цвета, под этим разным светом. So this piece of paper would gain three different colors. So depending on the light, different areas of this piece of paper would have different colors. То есть это такое, вот, можно сказать, такой основополагающий, да, вот этот принцип. So that's one of the basic principles. Всей этой науки. In all of that color science. Да, ну естественно, это колористика, она большее значение имеет для дизайна, да, там, для какой-то полиграфии, для интерьеров. So the color science might have more significance to the designers, to polygraphics, to interior designs. Вот. С точки зрения для художника-живописца, она имеет такое значение больше, может быть, познавательное. Как основные базовые тезисы, ну, вот. And as for painters, yes, we need to know, but it would be more of a general knowledge and just knowing some basic principles. Потому что, естественно, мы получаем опыт из непосредственной работы с натурой, да? Because we gain experience from working with the nature. Потому что ну, какие-то базовые знания нам важны, да, о колорите, но, естественно, мы можем их почерпнуть только работая с натурой. Of course, basic knowledge is very important, but to highlight and to use them we can only when we work a lot with nature. Значит, глаз человека у нас различает, считается, ну, разные там есть оценки, но считается, что 30 тысяч оттенков цвета может различить глаз человека. Some people say that that our eye, that human eye, can perceive about 30,000 different tones of colors. То есть как это подсчитали? So how did they count it? Вот. 10 где-то по 10 где-то по насыщенности цвета. So we can determine about 10 in the saturation of color. То есть это вот просто ясные такие, где-то, допустим, в середине они, да? Ясные по частоте цвета, да? То есть это ясный красный, ясный синий, там, который... So they would be rather bright red, rather bright blue, like somewhere in the middle of our color circle. Поэтому считается 25 по яркости. We can determine about 25 by the brightness or by the lightness. So when we stretch from the lightest to the darkest. Ну и собственно там 120 это как разные цвета, которые можем назвать. Да, то есть. And we can get around 120 colors, like different colors that we can name. Ну, таким образом, ну, разные есть методики подсчета, но... So this way we can color in, we can count in different ways, but more or less we'll get this number.
ну то есть считается, что там чем больше мы работаем с натурой, тем больше мы тренируем свой глаз, тем больше мы видим оттенков цвета. I just said that the more we work with nature, the more they train our eyes, the more different tones our eye can perceive. Все мы знаем Ван Гога, да? Ван Гог очень любил копировать, художник известный. So we all know Van Gogh, and Van Gogh really liked to copy. Вот, и такой известный художник, тоже голландский, Франц Хальс, или Франц Гальс, как не знаю, в русской транскрипции Хальс. Mm-hmm. Or another famous painter, Franz Gals or Hals, depending on the transcription. Вот, Ван Гог его копировал, и он различал у него 47 оттенков черного цвета, как он сам говорил. So Van Gogh was copying him, and he would get 47 different tones of black. Так вопрос о том, сколько может человеческий глаз увидеть цветов. So that's just talking about how many different tones and colors our eye can receive. Цвет в сочетании друг с другом становится выразительнее, да, чем он просто как бы на белом фоне. Mm-hmm. Используется. When colors are compared one to another, they would become more beautiful and more well determined than we just put any color on the white background. Мы можем назвать такие цвета, как желтый, синий, красный, да? So we can name colors as yellow, red and blue. Такие основные цвета. So these are the basic colors. Но сейчас мы говорим о цветах с точки зрения теории света, да? Теории световедения. And now we're going to talk about the colors from the point of view of the color science. То есть мы не говорим о красках из тюбика. So we do not talk about the paint from the tube. То есть вот смешением этих трех цветов там получаются все остальные цвета. So mixing red, green and blue, we'll get all the other colors. Естественно, мы еще раз я хочу уточнить, что эти цвета нельзя как бы ни из чего получить, да? Никаким смешением цвета там, да, мы никогда не получим желтый, синий и красный. We will never get yellow or желтый, синий. So we will never get yellow, blue or red. We will never get them mixing any other colors. Но естественно, когда мы пишем, да, у нас есть краски в тюбике, да, там у нас какие-то цвета, вот. И нам надо, естественно, больше красок, чтобы добиться большего количества оттенков. Mm-hmm. So when we work with paint, of course, we would need more other paints to get more different tones. То есть, имея эти три краски, как бы мы не получим все. Но оптически, когда идет речь о свете, да, то путем оптического смешения можно добиться любого цвета. Mm-hmm. So when we have just yellow, red and blue and we work with paint, it probably would not be enough for us to mix, to get all the tones that we want. But from the optical point of view, yellow, red and blue would be enough to create many, many tones and colors. Ну, колористика изучает очень много вопросов, интересующих художника. So color science deals with lots of questions which would be interesting for a painter. К ним относятся изменение цветов от освещения. So the change of color depending on the light. Изменение цветов от расстояния. The change of the color depending on the distance. Изменение цвета под влиянием других цветов. Change of the color which is caused by the influence of other colors. Смешение красок и многое другое. Mixing of paint and so on. Интересно, что очень многие ученые, даже поэты, вот Гёте, допустим, занимались вопросами цвета. It is interesting that many scientists and even writers would learn color science and they would be interested in it. То есть мы можем назвать Чинино Чинини, да, из Возрождения. So we can name Чино Чинини. Леон Батиста Альберти. Леон Батиста Альберти. Пьеро де Франческо. Mm-hmm. Also him. Da Vinci as well. Скажем так, ну, по сути говоря, как бы это все были такие наблюдения, да? But let's say that all of these famous people, they would just
try to get some basic knowledge about the color science. С точки зрения научный период в истории колористики начинается с того времени, как Исаак Ньютон в 1665 году произвел свои опыты с разложением стеклянной призмы пучка солнечного света. То есть Исаак Ньютон увидел, да, что свет в призме преломляется, да, на радугу такую, на семь цветов. Okay, so these were before these were all just the attempts for color science. The real breakthrough in color science was made in 1665. Кто это сделал? Исаак Ньютон. Исаак Ньютон, he has taken the glass prism and he has put it onto the source of light, and this way this prism was changed by the light, and this way he has got the colors of the rainbow. То есть белый свет он разложил на семь составляющих цветов. So he has broken the white light into seven basic colors. Красный, оранжевый, желтый. So red, orange, yellow. Зеленый. Green. Голубой. Light blue. Синий. Blue. И фиолетовый. And violet. То есть это такие спектральные цвета, так называемые. So they are called the spectrum colors. А в конце 19 века немецкий ученый Герман Гемгольц. By the end of 19th century, German scientist Hermann Gerngold. Он собрал и подытожил все знания о цвете. So he has collected and unified all the knowledge we have about the color. Он сделал колористику, по сути, современной наукой. В современном смысле науку и в современном смысле этого слова. So he has made the color science a real science as we name it now. Все видимые нами в окружающем мире цвета. So all the colors that we can see around us делятся на хроматические. They can be divided into chromatic colors. То есть спектральные, вот эти, которые семь основных, да? So the spectrum colors. И не спектральные, это их смеси. There can be not spectrum colors, so they will be the mixes of spectrum colors. Так можно сказать, все цветные цвета. Это хроматические. Mm-hmm. So we can say that all the colored colors will be chromatic. И ахроматические. And we can get achromatic colors. То есть это черный, белый и производные от них различные оттенки серого. So black, white, and all the shades of gray that we can get mixing black and white. Ну, еще для качественных и количественных характеристики цвета используют также понятия, как цветовой тон. Mm-hmm. So to get some measure to the colors, to name them somehow, we can use such a notion as the color tone. То есть имеется в виду, там, допустим, желтый, синий, там какой-то, какому цвету больше ближе этот цвет, да? So when we take any color, first we need to find what is the closest color we can find to this color. So, for example, we take some ochre and we can see what's the closest, the orange or yellow. Насыщенность. The saturation of the color. То есть это такая частота цвета. So how clear is the color? И светосила, то есть яркость цвета. And the lightness of the color. Ну, немножко еще можно уделить внимание, вообще, как это происходит, вообще, какие теории есть, как мы воспринимаем цвет. And now we might talk about some theories about how do we perceive the color. Зрительная зона человеческого мозга находится в затылочной части. Okay, so the area of the brain which receives the color is located in the nape part of our brain. Да, надо еще перед этим я хотел бы заметить немножко тут вернуться, что как бы вообще до сих пор нету ясной теории, вот даже до сегодняшнего дня, как мы воспринимаем цвет. Это очень интересно. But before that, I would like to mention that actually there is no theory about how do we perceive the color. There is no real knowledge. Да, то есть такое вот окончательного как бы ясности картины нет до сих пор. So we still do not have a very very
right knowledge which was claimed by all the scientists. Да, мы вернемся, значит. Под воздействием света в зрительных клетках возникают фотохроматические реакции. So affected by light, our eye will receive the photochromatic reactions. Дальше у нас очень интересно. То есть в глазу у нас есть такие клетки, да? Колбочки и палочки. Так называемые, как это перевести на английский? Mm-hmm. Некие объекты, которые похожи на колбочки, а некие похожи на палочки. Mm-hmm. Okay, so in our eye, we have some certain cells. Some of them would look like sticks, some of them would look like cylinders. Да. В них есть светочувствительные пигменты. So they have the pigments which would react to light. Колбочки обеспечивают дневное, цветное зрение. So that one that looks like a small cylinders, they would provide us with seeing the color. А палочки ночное, а хроматическое, то есть черно-белое. And those sticks would provide us with night vision, so achromatic vision, the one that we use more by night. То есть мы воспринимаем предмет или пространство при отсутствии света. So if we have no light, we would perceive the color using them, using those cells which look like sticks. Ну зачем это знать художнику, как бы, да? So why does the painter need to know all these things? Ну бывает, что мы же работаем, пишем с натурой в разных состояниях, да, вечерние, там какие-то ночные композиции, может быть, там различное освещение у нас. Because we work with nature sometimes in different times of the day. Sometimes it would work by night, sometimes it would work in the afternoon. So we need to have this basic knowledge. Естественно, да, допустим, в наступающих сумерках многие цвета спектра постепенно, один за другим, перестают восприниматься нашим зрением. То есть цвет исчезает, да, с наступлением вечернего освещения. So as soon as the twilight comes, our eye slowly, one tone by one tone, our eye would stop perceiving these colors. Ну, то есть можем тут посмотреть вот на интересная такая таблица художник Крымов, такой русский художник, да? So here is an interesting table by Russian painter Krymov. Крымов. Крымов. Mm-hmm. Он очень много посвятил изучению тона, цвета. So he has dedicated a lot of his time to color study and to light study. У него такой пейзаж немножко схематичный, может быть. So here he's got rather a schematic landscape. Ну, то есть вот тут мы видим, да, как постепенно, да, меняется время суток. But here we can see how slowly the time of the day changes. То есть сначала у нас уходят теплые цвета. So first we would lose warm colors. То есть желтые, оранжевые, красные. So all the yellow, oranges, reds. Затем какие-то оттенки, да, желто-зеленые. Зеленые, голубые. So further on, we would lose some tones of yellowish green, green, blue. Вот остаются какое-то время в сумерках синие, фиолетовые цвета. Further on, some moment in twilight would be in blue and violet colors. И затем уже все становится бесцветным, то есть ахроматическим. And further on, серо-черно-белым. And further on, everything loses its color. Everything becomes achromatic. It becomes grayish, white, blackish. Ну, естественно, и полное отсутствие света — это только черный свет, да? So, and we have completely no light, everything would be black. И художник, занимаясь живописью, безусловно, отражает в своих произведениях, там, пейзажи, натюрморте, портрете, там, в каком-то жанровой картине, реальные изменения цвета изображаемых объектов. So the painter, when he would work with his works with his portraits, with landscapes and so on, he would also use this knowledge of color disappearance. В зависимости от интенсивности их освещения. So depending on the intensity of the lighting. Ну, немножко еще вернемся к теории, да? Вот. So we might come back a bit to the theory.
То есть вот в теории Гемгольца. So there is a theory of Gemgold. Да, она базируется на идее, теория Гемгольца, базируется на идее Томаса Юнга. So it is based on the idea of Thomas Jung. О трех родах нервных волокон, воспринимающих три основных цвета. О трех видах нервных волокон, воспринимающих три основных цвета. Okay, so there is a theory of different three types of nerve material, which would perceive three different colors. Красный, зеленый и синий. Red, green and blue. Но никто не обнаружил анатомическое доказательство существования этих трех цветоощущающих родов волокон, там фолбочек. Mm-hmm. Нет его и в наше время до сих пор. But still it is not proven that these materials would perceive these colors really do exist. Есть ряд новых данных о цветном зрении. We have some new information about the color vision. Но другой теории у нас до сих пор нету. But we still haven't got any other color theory. Но тут мы должны вспомнить, да, вот эту теорию Гемгольца, она хорошо объясняет многие факты цветового зрения. But this theory of Gemgold's, it explains very well some factors of color vision. То есть вот основные эти красные, зеленые, синие, эта раскладка этого цвета, она очень широко используется до сих пор в фотографии, цветном телевидении, кино, видео, полиграфии, компьютерной технике до сих пор. So this red, green and blue scheme, it is still widely used in photography, on TV, on the computers, on the screen and so on. То есть вот в этих всех гаджетах используется вот это смешение цвета, основанное вот на этих этих трех цветах, красный, зеленый и синий. So all the gadgets which we use, they would mix the colors based on red, green and blue. Круговой круг этот, да? So further on, when we work with painting, it's very important to remember about this color circle. Там этих цветовых кругов существует огромное количество, да, ну принцип один и тот же, да, то есть растяжка такая, да? So there is a huge amount of these color circles, but the basic principle is the same, just to show different gradation of color. В цветовом круге выделяют четыре чистых основных цвета спектра. So in the color circle we have four clean colors of the spectrum. То есть это желтый, красный, синий и зеленый. So yellow, red, blue and green. Человеческим зрением они воспринимаются как основные психологически независимые друг от друга цвета. So by our eye they are perceived as the basic, as the main and colors which don't depend on other colors. То есть они не содержат оттенков друг друга, оттенков других цветов. So they do not contain shades of other colors in their color. Ну тут можем поговорить, да, то есть откуда взялось это понятие теплохолодности, да? So from this we can start talking about from where did start the notion of cold-warm relationship. Цвета желто-красной части, да, у нас воспринимаются по психологическому ощущению, да, там как горячие, теплые. So the yellow from colors from yellow to red, they would be perceived as warm, even hot colors. Ну какой-то, да, синий-зеленый, да, там как холодные, да, какие-то. So green and blue would be perceived as cold. Поэтому эти группы называются теплыми и холодными, да? That's why these groups are called warm and cold. Да, опять-таки я говорю, что мы пока говорим о цвете как таковом, а не о краске в тюбике, да? But once again, let's remember that we talk about the color on itself. We do not talk about the paint from the tube. То есть тут мы должны поговорить, да, что понятие о теплоте цвета в известной мере относительно, да? Because we need to remember that the notion of warm color is rather relative. То есть, допустим, желтый, да, который ближе к оранжевому, мы можем назвать к
каким-то теплым желтым, да? For example, the yellow, which lies closer to the orange, we can call as warm yellow. А желтый, который ближе к зеленому, там какой-то лимонный, допустим, желтый, мы называем таким холодным желтым. But some yellow, which lies closer to green, maybe even like lemon color, we would call it already cold color. И также мы можем любой цвет, да, там какие-то синие, которые ближе к зеленому, они для нас, мы говорим, какой-то более теплый синий, да, а синие, которые ближе там к фиолетовому, да, куда-то, они там уходят в сторону таких холодных синих. And the same way we can talk about light blue. The light blue, which lies closer to green, would seem warmer. And light blue, which stays closer to purple color, would already be colder. То есть у нас теплые и холодные вот эти цвета играют огромную роль в живописи. And these warm and cold colors play a huge role in painting. То есть у нас да, любой цвет, там, допустим, красный, который ближе к пурпурному, мы называем холодным красным. And for example, red, which lies closer to purple, we would call a cold red. А красный, который ближе к оранжевому, да, он у нас такой теплый красный, да, там какой-то кадмий красный, светлый, допустим, да, он у нас ближе, эта краска уже ближе к теплым красным. And the red, which lies closer to orange, for example, cadmium red, we would already call it a warm color. Ну, тут надо немножко вернуться, да, уже к живописи, скажем так, да. And now let's move on to some information which would be useful for us in painting. То есть мы всегда говорим о живописи, у нас нет отдельных цветов, да, у нас все воспринимается в комплексе, да, то есть это разные цвета, когда у нас картина, там натюрморт. Mm-hmm. So when we talk about painting, we should not perceive like each separate color. We always talk about the general feeling. Поэтому любой цвет по сравнению, допустим, любой цвет, если с ним рядом еще какой-то более теплый находится, он может казаться холодным. So any color which would lie next to a very warm color would seem colder. И наоборот, какой-то холодный рядом еще с более холодным может казаться теплым. And on the other way around, some cold color which stands close to an even colder color would seem warmer. Два совершенно одинаковых по яркости объекта, да? So two absolutely equal in brightness objects. Ну, допустим. Так вот, к ним это непонятно, о чем речь. Окей. Я не понимаю, о чем там. Два одинаковых по яркости, а это может быть. Разные потоки. Да, 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 да. Светлота и светосила и насыщенность цветов требуют особого внимания. So the strength of light and the strength of color are two notions which require the biggest amount of attention. То есть два одинаково насыщенных, но контрастных цвета будут недостаточно гармонировать друг с другом. So two rather saturated colors, but contrasting in color, they would not lie in harmony one with another. То есть у нас вот этот такой, ну, самый такой распространенный, да, очень трудно сгармонировать красный и зеленый, да? For example, the biggest example that we can find, it's very hard to find the balance between green and red. Допустим, там какой-то представить себе. Они у нас одинаковые по тону, да? Одинаковые по насыщенности, но разные по цвету. So let's imagine two colors which would have the same tone, the same saturation, but different color. Допустим, если себе представить там какой-то там, не знаю, такой типичный пример, да, какое-то одеяло там в клеточку, да,
красно-зеленое, да, у нас глаз, оно такое ощущение, что оно вибрирует, да, потому что наш глаз, мозг не может воспринять одинаковый тон и цвет, но в смысле одинаковый тон и яркость, но разный цвет, и от этого их очень трудно сгармонировать. Mm-hmm. So the most bright example we can find, let's imagine the patchwork blanket, which has red and green in it, which are absolutely equally saturated, the same in tone, but they are red and green. So they would even start vibrating in our eye because those colors just are so hard to find in harmony with each other. Для того, чтобы сгармонировать, надо сделать какой-то один из них менее яркий, менее насыщенный, да, то есть немножко сделать его чуть-чуть грязнее, да. So to make them be in harmony, we need to change the saturation of one of them. So maybe one of them would become dirtier, but this way they would work together. Ну, допустим, легко сочетаются там какой-то красный, оранжевый, допустим, насыщенные и близкие на цвета, по цветовому тону цвета. It's very easy to combine the colors which lie next to each other on the color circle, for example, red and orange. Там, допустим, темно-синий какой-то с голубым. Or dark blue with blue. Там какой-то пурпурный и фиолетовый, который рядом находится. Maybe some purple and violet. Ну и слабо насыщенные, да, то есть такие цвета, которые имеют оттенок, да, оттенок цвета, они хорошо очень сочетаются с друг с другом, их легко гармонировать. And for example, the colors which are not very saturated, they just have the tone of the color, it's very easy to combine them one with another. Множество примеров, да. So here are lots of examples. Которые цвета, которые имеют оттенки другого цвета в себе, и они очень легко гармонируются. So the colors which have tones of other colors, which have hues of other colors, they are very nice to mix one another. They're being combined in a nice way. Различные оттенки. Серо-фиолетовый, коричневый, охристый. So different shades of grayish purple, brown ochre. Ну, особенно хорошо это понимают женщины. Especially women perceive it better. Все эти вещи, они хорошо гармонируются. То есть, окей, значит, ну, можно сказать еще, да, можно сказать таком о психологическом восприятии цвета, да, что у нас бывают какие-то яркие красные там, они нас будоражат, да, синие там считаются, какие-то успокаивают, фиолетовые считаются, что они какие-то там депрессивные, ну, не знаю. Ну, это чисто такое, вот такое еще индивидуальное восприятие, да, цвета. We might also talk about the individual perception of color, so the psychological effects the color that might have on us. For example, a red would mean maybe some danger and would call our attention to something. Blue color, on the other hand, would have the calming effect. Maybe purple color, some people would say that it's the color of depression. В различных культурах цвета несут различную смысловую нагрузку совершенно, да? And in different cultures, colors have completely different meanings. Ну и тут мы можем сказать еще, что у всех художников своя какая-то цветовая палитра, да? And we can also say that all the painters would have their own color palette. То есть каждый художник имеет свои какие-то предпочтения в цвете, да? So each painter has his own preferences in color. Поэтому, естественно, там можем видеть, да, мы пишем один натюрморт, но у всех он получается по-разному, то есть это совершенно нормально. For example, we can see when we work with still life, we work on the same still life, but different
painters get absolutely different results in color, but that's very normal. Да, каждый человек имеет свое восприятие цвета. Because each person receives colors differently. Так, ну еще, собственно говоря, если перейти к живописи, да, вот мы можем сказать, насколько важно писать не то, что мы знаем, да, а то, что мы видим. Another thing that we might mention when we talk about painting is to not only work with what we know, but also the things that we see. То есть Уистлер, да, такой есть художник, англо-американский художник 19 века. So there is one painter of 19th century, Whistler. Вот, он говорил, если вы пишете портрет с 5 метров, он и должен быть написан с 5 метров. То есть, ну, в смысле того, чтобы он воспринимался написанным с 5 метров. So he told, if you're working on the portrait, which shows the person from the 5 meters distance, you need to stand 5 meters away from the person when you work on this portrait. Да, там, а не 46 метров, там, и 1 сантиметра, да? But not from 46 meters and 1 centimeter. То есть, почему? Потому что цвет, в зависимости, да, мы не можем взять, ну, очень такая типичная, да, вот как смешать, вопрос такой, как смешать цвет, цвет кожи, да, там, человека, цвет лица, да? То есть его не существует в природе. Because, for example, there is a very common question, like how to mix the color of the skin tone, because there is no the answer, because it just doesn't exist in the nature. Мы можем его взять только лишь с учетом того, с какого расстояния мы смотрим на натуру, на каком фоне она сидит, какое состояние освещения. So we might not take it clear, just the color of the skin tone. It would change depending on the distance that we have to the person. It would change depending on the lighting. It would change depending on the closest person or depending on the background. То есть нет, ну да, скажем, вообще нет в природе живописи локального цвета предмета. So in general, the local color of the object does not exist. То есть какой-то локальный цвет, это значит, мы можем говорить о локальном цвете, да, там, не знаю, там кожи человека, там, или предмета, или, не знаю, там, только лишь в каком-то рассеянном таком дневном свете, когда ничего нет рядом, практически такой ситуации в жизни не бывает. So we can see the local color maybe only in the midday with the very diffused light, but these moments nearly never happen, so the color would be always affected by something else. Потому что, как мы говорили, да, на локальный цвет предмета влияет окружение. Because the local color would be affected by the surroundings. Влияет отраженный свет. The reflected light would pay attention. Okay. Окей, значит, рефлексы. So the reflected lights. Рефлексы, свет. Какой цвет рядом находится? So the reflected light, the color would change depending on the object which lies next to the object. Тут есть такое интересное высказывание Делакруа, художник французский. So the famous French painter Delacroix said. Вот, он говорил, дайте мне грязь, я напишу солнце. So he told, give me some mud and I will show the sun. То есть что он имел в виду? Он имел в виду, что тональные цветные отношения очень важны в картине. So what he meant? That he meant that the tonal relationship are very important in the painting. То можно использовать любые краски, да, но если вы создадите красивую тональную и цветовую ситуацию на холсте, то произведете впечатление, да, картина будет производить впечатление. So it doesn't matter what paint you'll take, but if you'll use the color relationship, right, if you will choose nice color tones, if you will create the nice tonal range, so your painting would look beautiful in any way. Ну, может быть, в другой раз вот мы поговорим об отношениях цветных и тональных. So on our next lecture, we will talk in about color tones and color relationship in color science. Okay, thank you all for today and goodbye.